Привет, ребятки. Гену я напротив. Вернее, на кухне. Жива, здорова и даже не пьян. Ау. Ари. Зовут на помощь. Бежим. Забыла, о чем с вами тут говорил. Товарчик выгрузил. Так, что нам тут? Специи нужны на Новый год? Заказывали. Принимайте. Паприка. Паприка. Хотела я вам, ребятки, сказать одну вещь. Помните мои штиблеты, которые с Израиля пришли? Так вот, наша Танюшка, Таня Боева, Израиль, открыла свой канал. После холодного холодильника слезы бегут. Нет, я не плачу и не рыдаю. А просто хочу сказать, что она там приготовила вкусное блюдо. И несмотря ни на что, что у нас, иностранцев, иногда заплетается язык, потому что проскакивают иностранные слова, вы нас за это строго не судите. Потому как мы пытаемся. Кто уже давно живет, естественно, за границей, и вы сами понимаете. Говоришь, говоришь, а потом порка, мизерия. Вот не идет слово русское. Ну, мы его заставляем, мы его проталкиваем. Поэтому зайдите, как называется видео? Запеченная индейка на Рождество или Новый год. Таня Боева. И вы увидите. Я уже подписалась на ее канал. Мне очень просто приятно познакомиться с человеком, потому как все мы общаемся онлайн. Ну, мы же друг друга в лицо-то не... Там мою морду вы уже знаете наизусть. Базара нема. Вы уже знаете мне размер, параметры, вид сзаду, вид спереди. И в тюрьму сажать не надо. Фас, профиль, все нормально, да? Вот познакомитесь с Танюшкой. Понятно? Лилек пока загружает свою духовочку. А потом мы начнем с вами готовить блюдо. Я покажу, что. Итак, что у нас на повестке дня? А у нас на повестке дня ризотто, крем от цукини и гамберетти. Гамберетти — это наши большие креветки. Сейчас они пусть разморозятся, мы их почистим. А пока приготовим цукини. Это будет на одной сковородке, цукини на второй. Начинаем. Сковородку я уже поставила. Лук мы резать не будем. Мы насыпем наши татарочки. Заодно надо кинуть помидорчик. Помидорчик. Цукини мы режем непроизвольно, ребята. Нам надо, чтобы они чуток протушились. Ну, они у нас будут как хотим, так и режем. Даже жалко такие цукини переводить на такое блюдо, но у нас опять проблемы с холодильником. Поэтому надо использовать все по максимуму, чтобы не пропало. Я бы, конечно, эти цукини нафаршировала. Но ничего страшного. Сейчас я их начну тушить. Они, конечно, выпустят большое количество воды. А мне только это и надо было.
для моего ризотто. Даже скажу вам наоборот, скорее всего, я водички в них еще добавлю. И я их спюрирую, потому как мы ризотто, вы сами знаете, делаем задом наоборот, передом назад. Все нормальные итальянцы его делают в сковороде и потихоньку добавляют воду. А мы его готовим сразу. И потом добавляем наше содержимое. Поэтому мне надо, чтобы... Ну, типа, можете представить, что это будет пюрированный суп из зуккини, который добавится потом вместе с большими креветками в ризотто. И будет наше такое ризотто. Ризотто должно быть сопливое. Не в прямом смысле этого слова. Вчера, кстати, Эриксон ездила на день рождения Андрюшкиной мамы. Пишет мне сообщение. Мы, говорит, весь обед о тебе проговорили. Нашли, о ком разговаривать. Не знаю о чем, но догадываюсь. Андрюшка, скорее всего, что показал все наши фильмы. Эрик и папа, кстати, смотрят наши видео по YouTube. Я не знаю, что он понимает. Привет ему большой. Но он нас критикует, ребята. Он говорит, у вас вот там вот так вот ложка лежала, а так не положено. Эрика говорит, папа нам и так, говорит, на русском языке комментариев хватает. Ты еще, говорит, свои 5 копеек туда вставляешь. Так что смотрят нас итальянцы. И кто нас только не смотрит, ребята. Ну, для того и снимаем. Кому хочется, кому интересно, пусть смотрят. У меня, кстати, вчера... После моих новогодних каникул несколько отписок сразу от канала. Ой, мне так весело стало. Народ шуток не понимает. Господи, как вы плохо живете. Ребята, живите, радуйтесь. Жизнь у нас одна. Да улыбайтесь же вы иногда, потому что мы ж не будем, никто из нас не может знать, что будет завтра, что будет послезавтра. А уж через месяц, через год и подавно. Так что радуйтесь жизни сегодня. Пока вы здоровые. И все у нас хорошо. Все. Нарезали. Пусть сушатся. Сейчас я сразу посолю. Поперчу. По-итальянски пепаре. Поперчим. Накрываем крышечку, убавляем огонь и хай кушаться. Забываем, но проверяем. Чуть не забыл. Порядок в танковых войсках. Помидорчик. Пока тушим. Тушим. Посолили, поперчили. Не стесняемся. Тушим до мягкости. А потом по мере надобности мы добавим сюда. Или бульончик, или водичку. Кто во что гораздо. Можно было даже их чуть-чуть белым вином пролить. Но не будем изощряться. Нам и так будет хорошо. Зуккини себя чувствуют хорошо. Воду будем добавлять по мере необходимости. Это пока есть жидкость. Девич энтраре. Ай-я. Пюрируй.
готовимся. Пололику, да, какого, да. Пепперони. Perché è frigo, di nuovo spento. Buono, buonissimo. La patica è fredda. Ora. Ora. Acceso. Масло. Чеснок. Петрушка. Сковородку я не мыла от зукини. Незачем. Ну, давай ты. Винця. Не бухнуть нам винця. Летали он по квестику, гамбаре. Лашу кузи. Ну, в общем, я им почистила желудочки. У них ничего не осталось. Но мы их бросаем целиком. Красавцы. Сейчас мы туда еще помидорчиков возьмем. Свеженьких. А кубетки? Parte, poi dentro non c'è rosmarino. Cioè, buttalo via. No, c'era origano, c'era scritta di origano. Invece quello lì non c'è, eh. Allora lo posso sfumare col condimento, vero? Aspetta un attimo. Sì, 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 aspetto che si fumi. Rosmarino, rosmarino, maturana. Me l'ha mica preso di là, non sbagliare. Ну, ты рассмотри, черкави розмарин. Тимо, Тимо. Ай, Тимо. Розмарин, розмарин. Салья. Я уже розмарин. Сейчас покажем. В общем, так, чеснок, петрушка. И сейчас мы прольем это белым венцом и добавим помидорчик. Вот такие красивые креветулечки, креветушечки, закрывушечки, закрывушечки. Если свежие, готовятся быстро. У меня мороженое. Ваша кузара. Ваша кузара. Эрика показывает, как делали в ресторане. Эрика, не пали руки. Вау! Туман стоит. Все нормально. Это Эрика показывала, как добавляется бренди, потом как зажигается от плиты. Эриксон, козай комбинат. Я пулито. Запах, запах, запах. Запах готовых креветок. Да, ее работает. Наливаем мы винца. Ладно, тут то. Там то новобево. Кози, мета. Половинку. Должно испариться. Я буду жаль помидору, э? Танто чай. Ну, танто, он бы так. А, си. Что у нас такие огни, ребята, вы сами понимаете. Скатулина? Черто. Но, скатулина ваша, мила. Лосай. Вот так вот. Все, вот эта теперь юшечка у нас должна испариться и загуститься. И мы солим и перчим. Вы ж не забыли, цукини у нас уже в пюре превратились. Так, сейчас наше венцо испарится, но мы чуть-чуть острого перчика дадим. Промолку. Все, прошло 5 минут, выключили. Стоит все на поготове, ждет риса. Пошли варить рис. Quanto lascio di riso? Итак, наш рис, ребятки, 2 кильчика сварила. Оставим 0,5 кило на резо бьянку, на белый рис выливаем наши цукини. Тут уже все посолено, выливаем наши креветочки
Все это аккуратненько перемешиваем. Сейчас я вам покажу. Вот так вот лучше, да? Так, все это перемешаем. Попробуем на соль. Добавим петрушечку сверху и немножко оливкового масла. Чуток сольки не хватает. И сейчас еще оливковым маслицем прольем. Еще разок все смешаем и попробуем на вкус. И креветочки, все вкрапления у нас все видно. Так что должно быть очень вкусно. Видите, самбриз такой тягученький. Это все наш соус. Это наш вот этот загуститель сделан. Все вкусно. Итак, ризотто, крема цукини. И гамбери. Потом у нас пансотти. Белый рис, ризо ин бьянко. Трофи. Свернутая паста аль песто. Трофи с пестом. По-русски пишу. И паста помодоро. Секонди. Вторые. Марика говорит, что холодрыга не описует мои моя. А в Пьемонте было минус 8. Фредо, а? Итак, вторые. Аросто ди маяле, то есть свиная буженина. Пеше аль форно, рыба в духовке. Полло пепперони, куриная грудка с перчиком. Пепперони и конторни варии. Разнообразные гарниры. 10 евро. Педаларе. Я говорю педаларе, а Эриксон говорит, но педаловский. Так, пишем маленькую и на обед. Давай, Эриксончик. Эриксончик. Лавит ветринунчик. Куза. Вау, белла. Кванти вани? Покупаем дом с пальмами. Fai vedere la palma? Palma. 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 Palmușca. Palmușca. Привет, Андрушка. Новогодняя погодка. Супер, да? 3:30 дня. Темная ночь, как всегда, на дворе. Идет дождь. Красота. Едем домой, ребятки. Мы поработали на отлично. Мы уже можем уезжать. А ризотто улетел в первую очередь. Так что попробуйте. Ох и погодка, ребята. А движение еще лучше погоды. Опять стоим. Что на Новый год будем готовить? Вернее, на Рождество. На домашнее. Курочку в духовочке. Вообще. На французский манер. С
сухарями и с яблочком, с лимоном. Так говорите уже, с чем заказываете. Лазанья — это понятное дело. Равиоли — это еще одно понятное дело. Два первых. Сделаем курочку, булочки. И Галя дома. А сколько нас человек? 13 чи 14? Куча людей. Погоде только дома сидеть, а народ еще ездит и скупляется, что-то все подарки ищет, что там искать, да? Гроши подарили, все, и все тебе подарки. Ладненько, народ, завтра будем думать. На праздничный стол покупать. На такой. Я скупляться буду на работе. Я его предупредила. Завтра придет наш поставщик. Я у нее куплю равиоли. Мне их привезут в субботу свеженькими. Положу-ка я их в холодильничек. В субботу. До понедельника они долежат. Рагу сделаю. Все будет чики-пики. Семья голодная не останется. Это я вам точно говорю. А у кого что-то интересное, подсказывайте. Приготовим что-то праздничное на Новый год за бабаськой. Я даже не знаю, где я буду на Новый год. Мы с Арикой разговаривали. Я бы такая, что дома спать легла. Я-то спала. Ну, давай уже, выдвинулся, едь. Выдвинулась, верно. Вот эти женщины за рулем. Погода плаксивая. Надеяться, что на Новый год хоть сухенько будет, да? Или на Рождество. Что это за погода? Все, ребятки, пока. Завтра встретимся.